Друзі, в ефірі ОБОС ТБ. Знаєте, ми часто говоримо загалом про Україну. Україна надзвичайно гостинна країна, про це всі знають. Але, мабуть, єдина країна, яка може поконкурувати з нами у гостинності, це, власне, Грузія. Так, ну і ми все-таки залишаємось промоутерами, так і пропагуємо завжди Україну, але дуже цікаво дізнатись про Грузію, цікаво познайомитись з курортами. Так, от у нашій студії сьогодні Майя Бічикашвілі, маркетинг-директор грузинської компанії Redco. Ми вас вітаємо. Вітаю. От хочемо поговорити про грузинські курорти, особливо зараз у зимовий період. Маємо, на жаль, зараз не дуже, можливо, втішний привід для цього. Так, нещодавно відбулася надзвичайна подія у Гдаурі, якраз так, на гірськолижному курорті. Власне, там постраждали люди під час цієї події. От що ви можете сказати з цього приводу? Тому що таке трапляється. От наскільки часто і що робиться для того, щоб такого не було? Ну, курорт развивается, он развивается интенсивно, и все делается для того, чтобы там инфраструктура, она была новейшая техника, строятся дороги, строятся новые трассы, строятся канатные дороги. Это все для того, чтобы этот очень популярный курорт для Грузии стал международным как бы, destination, да, такое место, куда приезжают туристы из-за границы. У нас очень много туристов, кстати, из Украины. Хотя бывают такие факторы, к сожалению, они не только у нас, а так во всем мире, но из-за этого люди не перестают ездить и отдыхать. Да? Но все-таки, что вы поставите на первое место? Все-таки это технические моменты или там персонал немного да, некачественно провели, сработал? Провели следствие и выявилось там человеческий фактор, к сожалению. Да? Вот. Ну, дальнейшее следствие покажет, но первые комментарии были сегодня как раз-таки. Ну, то есть я так понимаю, что на количестве туристов это никак не отразилось? Нет, у нас никаких таких отмен брони не было в нашем комплексе. Нет. Те, кто были и остались, те, которые собирались приехать, приезжают. Так что и я не думаю, что это повлияет на поток туристов. Потому ну, что, все-таки да. Предлагаю тогда пошагово познакомьте нас с Грузией, да, с теми горнолыжными курортами, которые сейчас работают. Ну, коротко, наверное. Ну, Грузия – это 70% гор, да, и фактически горы – это то, что так влечет людей. Грузию у нас и летом, и зимой очень много отдыхающих. Зимние курорты, они во всем мире очень популярны, и в Грузии у нас есть несколько таких мест, куда попасть и отдохнуть мечтали бы все. Они постепенно набирают обороты. Гудаури – это первый такой быстро развивающийся и намного развитие других курортов. Он очень рядом с Тбилиси, к нам очень быстро попасть, фактически за полтора часа вы уже в Гудауре, и он привлекает своим разнообразием. Это альпийская зона, фрирайд, хелиски. Зимой это прекрасное место для любителей зимнего отдыха, а летом он уже с развитием инфраструктуры привлекает людей, любители активного летнего отдыха. Так, ну мы уже есть первое. Хорошая логистика, да, хорошая инфраструктура, да. Сервис. Что с сервисом? Насколько качественно готов сейчас предоставлять услугу? То есть мы как частная компания, да, мы начали на, с пустого листа, так, с чистого листа 5 лет назад, там, где появилась первая канатка гондольного типа, современная, и на 50 гектарах, вот на экранах вы можете посмотреть, 5 лет назад там не было ничего. Сейчас там есть отели, там есть рестораны, бары, развлечения, чей культурные опыт использовали? Потому что на кого равнялись? Какая планка у вас была? Ну, мы стараемся брать все лучшее с разных мировых курортов. Да? Там, Европа. У нас есть очень много examples. Да? Так, примеров. Примеров, да. То есть вот этот весь курорт был построен за 5 лет? Только, вот Новый Гудаури, да. Новый Гудаури – это верхняя часть всего поселка Гудаури. Вот, и Новый Гудаури начали строить 5 лет назад. Но сезон вообще считается с декабря
декабря по апрель, да, с декабря по апрель, хотя, конечно, сейчас строится канатная дорога, соединяющая Гудаури с Коби, это северные склоны, он продлит сезон намного, там можно будет кататься и летом, и поэтому там летняя инфраструктура тоже цель нашей девелоперской компании, чтобы сделать так, чтобы люди могли отдыхать летом, и получится так, что вы приезжаете на летний курорт, хотя есть возможности покататься на лыжах тоже на северных склонах. Но вот сейчас этот сезон нужно искусственно продлевать, или вы видите, есть спрос действительно во все сезоны, во все вот... Есть спрос, конечно, это очень... Локация этого курорта, она очень удобная, и, как я ранее отметила, она рядом с Тбилиси, и по дороге в Казбеги, а Казбеги это must-see destination, да, его обязательно нужно посмотреть, то есть проезжая Гудаури, вы попадаете в Казбеги, есть летние виды развлечений, там рафтинг, конный спорт, туры, походы, а теперь уже, знаете, как бы современные курорты, они должны предлагать там летнюю инфраструктуру, спа, открытые бассейны в горах, и это там йога-туры, разные виды туристической деятельности, которые привлекают уже людей, как бы, и компании, которые предоставляют такой сервис. Ну, да? А в основном, если так вот посмотреть по статистике какой-то, в основном приезжают все-таки семьями или это пары? Какая целевая аудитория? Зимой это разное там как бы микс, mm-hmm. да, это любители спорта, пары, вот появляются уже и семьями приезжают, то есть инфраструктура, какую возможность дает инфраструктура, так и приезжают. Вот, если тоже... рассматривать портрет туриста, все-таки давайте будем наводить мосты с Украиной. Сколько едут с Украины? Очень много. Украина, она вот это наши любимые туристы. У нас, кстати, не только туристы, но и работают люди с Украины. Мы хорошо катаемся, или мы много денег оставляем? Хорошо катаетесь вы, да. Вы хорошо развлекаетесь, вы хорошо тоже работаете. У нас работают люди, они покупают недвижимость у нас и начинают там делать бизнес, да. То есть из Украины многие даже переехали, да. У вас есть примеры, да, своих курортов, да. Mm-hmm. И, кстати, из этих курортов молодые ребята приезжают, у нас начинают делать какие-то ивенты. То есть и украинцы не только отдыхают там, но и работают. Так что и много туристов, как бы у нас, то есть наша цель там создать такой хаб, да, вот такую площадку, где можно делать, заниматься разной деятельностью, туристической, да, покупают недвижимость, потом коммерчески ее используют, сдают апартаменты, вот, так что люди зарабатывают даже на этом. А что вы скажете, вот какие-то пакетные предложения? Мы приезжаем в Гудаури, но хочется увидеть всю Грузию, хочется посмотреть разные локации, есть такая возможность? Ну да, ну как бы мы девелоперская компания, мы не туристическая компания, хотя есть туристические компании, которые дают полный пакет. Мы с ними начинаем работать, потому что, как я так говорю, то есть наша недвижимость, она mm-hmm. включает в себя и отели, да, апарт-отели. Теперь туристические компании работают с нами и разрабатывают разные пакеты. Конечно же, вы можете найти, посмотреть очень Но много информации. Но все равно вы говорите, что много примеров вы берете из, там, из европейских, да, стран, да. Например, вот тех, кто строит такие отели. Что вы считаете вот самым главным для успеха, чтобы было все-таки успешно? Это туристический бизнес. Да, успешный резорт, да, успешный, это теперь уже, знаете, мультифункциональный. Если раньше были такие горнолыжный курорт, там морской курорт, сегодня, чтобы быть успешным курортом, нужно быть курортом 4 сезонов. И мультифункциональность включает в себя много разных вещей. Это инфраструктура, отдых, развлечения и культурные программы. То есть его надо насыщать и многосторонне развивать. То есть иметь возможность предоставлять фулл-сервис, можно так сказать. Ну, чтобы не ощущать сезоны, да? Чтобы аквапарк не... зимой или да. же вот какие-то да. услуги, которые да. В этот сезон мы не привыкли получать, да? Конечно, да. А сейчас вы можете получать зимой кататься на лыжах, а летом ходить походы, хотя бы там аквапарки, отдых на бассейн. То есть все, что можно найти в разных как бы... Ну, это здорово, потому что то есть можно не только отдыхать летом, зимой, да, но можно и делать бизнес, получается, в Грузии. Насколько это выгодно? Да, ну, как бы позиционировать как коммерческую недвижимость, да, то есть мы строим коммерческую недвижимость. Что это значит? То есть мы даем людям возможность приобретать недвижимость, а потом ее успешно сдавать, как бы. А потребность в апартаментах очень высокая. То есть угу. сейчас спрос даже превышает, да, как предложение? Бы, предложение, поэтому мы, у нас есть 10-летний
Там план развития, который предусматривает строительство разных типов апартаментов, отелей и площадок, ну, для того, чтобы создать где-то дополнительно еще 4000 коек. Скажите, наверняка вы изучаете вот такой психологический портрет туриста, и все-таки ему интереснее остановиться где-то в отеле или же апартаменты и рассматривать не только там какой-то короткий период пребывания, но и покупку этих апартаментов, к примеру. Ну да, конечно же, апартаменты, они пользуются спросом. Есть они более интересны, так? Ну, как вам сказать, он пользуется спросом, и все апартаменты, которые мы предоставляем в аренду, и наши покупатели, то есть наши недвижимости, они пользуются спросом, то есть где-то 80% заполняемости за зимний сезон, можно сказать, она обеспечена, да? Мы первые будем строить в Гудауре 5-звездочный отель Radisson Blue, который, то есть у всех есть какой-то свой сегмент, да, там будут строиться шале, то есть люди будут иметь возможность останавливаться в частных апартаментах или же в гостиницах, в 4-5-звездочных гостиницах, или арендовать шале, то есть как подобает современным курортам. Это на какой период рассчитано, когда должно быть построено? Ну вот в следующие 5-7 лет это будет строиться. То есть всего по нашему плану где-то 26 объектов должно быть построено. Из них мы уже 5 построили, 5 сейчас текущие проекты. И этим летом запускаются еще 8 новых проектов. Мы видим, что площади ждите... позволяют. Да, площадь большая. Ну, как бы это будет такой не большой, маленький, так жемчужина грузинских гор, можно так сказать. Да, и зимой, и летом. Так что мы как бы... Мы рады, что есть украинцы, которые уже знают об этом курорте, заинтересованы, ездят к нам. Вот, хотели бы, чтобы об этом узнали еще много. Здорово. Многие, спасибо вам огромное. Майя Бичикашвили была в нашей студии, говорила про курорты Грузии. Бачите, и влітку, і взимку. Просто жемчужина, так, як сказала, перлина Грузії відкрилася для вас зараз. Ми, ефір на Обоз ТБ продовжується, тому ви залишайтеся з нами. Спасибо вам. Дякую.